Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон, мини-кошка и свинка, здоровайтесь. Мяу, Привет! приветик. Продолжаем играть в Майнкрафт, мы сегодня будем играть на карте 5 на 6 Фредди. Это комната охраны, называется карта. Я ее тоже перестроил, у нас здесь есть счетчики. Так, слушайте меня внимательно. Зеленая кнопка запускает таймер, а вот эта вот синяя по желанию выдает дикую прыгучесть. Красная кнопка это стоп. Вот видите, стоп сзади вас. И нужно пойти нам теперь еще приодеться. Здесь есть сундуков для тех, кто ныкается, и сундук для тех, кто будет искать. Я думаю, что каждый из нас может взять по комплекту, в принципе. Только я не буду одеваться, одеваться это вообще не круто. Только здесь еще лука нифига нет. Ну ладно. Так, надо будет еще решить. Вы уже оделись. Ну ладно, я тоже оденусь. Кстати, а куртки что, перекрашены по разным цветам? А да. Почему? Написано крашеный. Да, нереально, у всех белые курточки. Мне не нравится, я буду без куртки ходить. А я буду с курткой. С курткой, больше брони, больше защиты. Да. Эту карту строили какие-то американцы там или кто, я ее только немножко дорабатывал. Мы, в общем, начнем без лука. Если нам реально будет не хватать лука, мы добавим еще лук. И фейерверков здесь тоже нет. Так есть что нужно фейерверки. Будет. Где? Вот. Где ты их взял? Где? Вот, вот здесь. В первом сундуке. Первом. Вот фейерверки. Сзади. А! Да. О, нифига себе, непродвиженные. Смотри, они вообще жесткие. Так, я беру себе 3 стака. Раз тогда я беру 4 стака. Все, я взял. Сиханул, да? Вообще, ребята, не забывайте ставить пальчики вверх. Если наберется 50 тысяч лайков, я выложу эту карту в описании переделанную. Сможете поиграть с друзьями. Также это касается и предыдущих наших роликов. Если там будет много лайков, я тоже выложу сборки вот этих вот карт. Там мы их дорабатывали еще даже во время игры. Так, кто же у нас будет играть? А почему свинка в красной куртке? Свинка ищет. Что? Короче, бери тогда вот эту палку, которая называется Мардиада D87. Да, я взял ее. Так, смотри, здесь есть два варианта. Ты можешь нажимать на слепоту. Вот это вот такая фигня, кстати, кошке показывал или нет. Здесь нужно, вот видишь, написано сорты, оур, что-то там хрень какая-то. Я это тоже переделывал, но надпись осталась. Нажимает тот, кто будет искать, он получает слепоту. Да. А вот потом уже отсюда идешь прямо, вот сюда, и здесь потом нажимаешь таймер, а следующую прыгучесть. Если не хочешь нажимать на слепоту, то ты на нас не смотришь, но потом прыгаешь в паутинке, и где-то секунд 30 ты будешь падать. Только падай спиной к залу. Мы, кстати, вообще не играли на этой карте. Я не знаю, что там, как там. Зеленая кнопка пытался это что? Зеленая кнопка запускает уровни и будет 300 секунд. Синяя дает прыгучесть. А мы можем с тобой синюю запустить, так как мы... Да, синюю мы запускаем по-любому. Так, я запускаю синюю. Что-то я жрать хочу, сейчас умру. Так, а ну-ка, синюю. Синюю что, мне не дало, что ли? Или кошке там дало? Так, все, я получил тоже. Я так, кошка, убьюсь. Не убейся и не забудь запустить таймер. Кошка, пошли. Пошли. Ту-ту-ту-ту. Круто. Гораздо Жесть. Круче, чем предыдущая карта. Ну уж да. Она и больше гораздо. Она реально огромная. Так, я включу темноту. Тут комнат до хрена. Тут до хрена комнат. По-моему, это плохо. По-моему, это круто. Да. А как же, кто же искать будет? А мы будем говорить, в какой мы комнате. Ёжикинские ёжики. Тут очень много комнат. Крутяк. Блин, мы здесь надолго. Вот Свину не повезло. Свину не повезло. Так, всё, я 5 сникался. Секунд осталось. Да давай, Свин! Я даже сразу облегчу тебе задачу, я в голове у Фредди обычного. Их тут так много. Синяя кнопка прыгучесть, да? Да. Не забудь таймер запустить зеленую. Так, запустил. Отлично, 300 секунд. Давай. Что-то я... Да, я прыгаю. Так, у Фредди? Карту. Сейчас я тебя найду. Ой-ой-ой-ой, вот. Или у Голден Фредди? Не-не, у обычного Фредди. Я не ведусь, я проверю все. Так, кошка, ты где? Кошка, ты включила я? Мини-карту? Дома, а ты где? Дома? Включи. Ой-ой-ой. Так, судя по мини-карте, я могу судить о том, что здесь есть раз, два, три, четыре комнаты и какая-то пристройка в форме, не знаю, пистолета, что ли. Возможно, это какие-то механизмы, либо какая-то комната странная. Так что комнаты можно называть как основная, два красных коридора, один вижу спицей, один с неведомой хренью, еще есть что-то типа кухни, по-моему. Слушай, охренеть, столько комнат, вау. Ну, я у Фредди, ну, на Фредди залез, тебя там не было. Тут, конечно, несколько Фредди, я не знаю. Вот-вот-вот-вот. Да-да-да. Вот на этой карте 300 секунд, это даже мало, по-моему. Да, что-то как-то я тут вообще не успел ничего обойти, это маленький какой-то Фредди слишком. Кошка не дышит. Кошка, говори с нами. А я говорю, Свин, просто слепотня, Свин.
Слепотня? Она намекает на то, что вы в одной комнате. Здравствуйте, кошка, здравствуйте. Да, ты знаешь, ты наверху там был, и ты даже меня не увидела. Кошка допонтовалась. Кошка, туши карту. Блин, она знает комнату, в которой нахожусь, если она запомнила. Так, не, я не буду искать. Не, я могу, конечно. Ну ты можешь. Возьми там в сундуке себе палку, которая на поджигание. Я взяла ее уже. Она со стороны хайдерсов так, или сикерсов. Там тебя не было, окей. Я думаю, что ты в курице. 150 секунд. Я сказал в медведе, какая курица. Я ну, в голове знаю, я у медведя. У медведя в голове. Слишком тут много есть медведей. Решетки, глаза, потолок. Хорошо, я пошел в курицу. Хорошо, я запущу фейерверк. Я не видел. Слышал взрыв? Не Нет. было взрыва. Ты прикон. Значит, вы очень далеко. Ой-ой-ой, я упал. Синплей разбился? Мы победили! Не-не-не. Так, где? Я не слышу. А мы еще раз сделаем? Так, ну допустим. Ну? Слышали? Да ты обычный включил. Нет, оно бабахкает. Я ничего не вижу, я вижу Фокси. Так, тут есть еще... О! Я что-то слышал, только я не понял, где. Давай еще больше. С комнатой, в общем, мы определились. Кошка, ты видела, где? Да нет, ты че? Даже глаза слезятся от радости. Да? Так, хорошо. А ну еще раз давай. Не-не-не. А, я вижу все. Я иду к тебе. Нет. Да. Нет. Уходи. Ой, я забыл прыгать. Блин, не, ну отстой, я забыл прыгучесть. Отлично, я тогда выйду, посмотрю на тебя. Тут, кстати, есть куча мест, где можно забраться без прыгучести. Да. Ну да, только не за 50 секунд. Ну такое. А я, блин, жрать хочу. Как обычно. Не, ну серьезно. Здравствуй. Что паркур? Здравствуй? Да, паркур. Почему я не говорю? Здравствуйте. Ну давай, давай. Вот и до свидания. Кошка, иди сюда. Да я не вижу. Я горю. Быстрее. Насколько поджигание, это поджигающая палка. Не, фу, я потух, слава богу. Так, давай еще один заход с палкой. До свидания. А где я? Почему я? Блин. Ладно, я буду искать. Или кошка. Подожди, кошка спит. Кто вообще считается, кого первого нашли или кого последнего нашли еще? А я хочу есть, что-то есть надо. Ты можешь умереть. Ну или нет. Если будет есть, да, я тоже есть хочу. Но можно было бы еды с собой счетчик взять как сразу, бы. Сразу, вот сразу счетчик. А просто... счетчик не прощает. Да. Если ты хочешь, чтобы у тебя счетчик был поменьше, нужно будет голодным в итоге бегать, и долго причем. Ладно, ты думал, блин, да? Еда нужна. Еды нет, нигде. Так в общем, кто ищет? Кошка ищет? Да. Только так, бери правильную палку. Мне нужно умереть, наверное. Ну давай, умирай. Ну, не запускай. Да ты килл просто мог нажать, а не... Там специальная умирательная яма есть. Я нажимаю. Давай. Я не то нажал. Сейчас я, стоп. Вот так вот. Так, кошка меня не найдет. Думаешь? Да. Я тут такие места видел стрёмные, что я не знаю вообще, как-то можно найти кого-то. Так, ну так, да, так, так, да, так. Да, да, ну или, может жесть. Быть, найдет, но она не допрыгнет туда. Эта карта как бы не рассчитана на такую жесткую прыгучесть на самом-то деле. Ну раз можно. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще знаешь, что кошке не повезло? У нее нет лука. Слушай, мне интересно, когда сидишь в вагонетке, у тебя срабатывает типа то, что ты как бы присел или ник видно? Не знаю. Я упал. Вот ты сейчас после меня, ты мой ник видишь? Не, не вижу. Вот сейчас прыгаешь, повернись в сторону зала. Не, я тебя не вижу. Отлично. Мне нравится. Возможно, нужно порасставлять на каких-то картах именно вот места, где можно так вот присесть. Точно нет моего ника? Кошка опять не дышит. Ты же ищешь, ты же должна что-то говорить. Ну я ищу. Говори, кошка, дыши. Можно дышать, можно. Да-да-да, я понял. Свин, слышишь это? Что? Вот это вот. Нет. Что это такое? Я запущу фейерверк. Я катаюсь на вагонетке. На какой вагонетке? Где ты вагонетку нашел? Вот, где нашел, где нашел. Там уже нет. Я уже начал запускать фейерверки. Я тоже. Они врезаются в потолок и падают и разбиваются. А ты еще раз. Кстати, можно на карте сделать ночь. Потому что как-то сильно, по-моему, день. Я либо хотя бы вечер. Я тебя вижу. Ты кого? На этом. Кого из нас? Забраться? Не скажу.
Не скажешь? Так, сколько будет? А туда нереально. Ой, тебя видно, слышь, тебя уже видно. Да, тебя очень видно. А, это ты, наверное, пока писал установлено время. А вот сейчас не видно? Сейчас видно. Уходи, кошка. Нет. Нет, я протестую, кошка. Почему я тебя отталкиваю, и ты убегаешь? Потому от что меня? Ты не бьешь неправильной палкой. Как это неправильно? Это одни и те же палки. Они разные. А как мне найти эту палку? Надо было искать. Короче, я тебя нашла, все, хватит. Свин, короче говоря, сдался, походу. Ого, кошка, смотри. Смотри, место, где можно сныкаться от свинки. Да ну, ты... И все. До свидания, я ушел. Да что ты, я вообще-то тебя выиграла. У свина уже 4 смерти, я пока лидирую. Пока не догонишь. Это неправильные смерти, это все из-за голода. Конечно. У меня одна смерть, и нормально. Нет, так. Кошка. Нет, кошка пытается съесть пиццу. Нет, кошка, уходи. Блин, кошка. Крутая карта, вообще да, крутая. Пицца, крутая. В общем, ты я смотрел. Ты ищешь, если что. Что? Ты ищешь, что? Что? Ты сдохла вообще, ничего я не сдохла, знаю. Я сдохла, потому что ты ищешь. Никто никого не... Я победил. Кто ты, паутины, какого? Меня никто не убил. Кошка не туда упала. Меня никто не убил. Я все еще жив. Да, конечно. Я же сказал, что я тебя нашла. I believe I can fly. Что-то там... А на карте вообще какая сложность стоит? Изи? Вроде бы на изи нет голода. Или есть голод. Что? Голод я все еще жив. Я тоже. Я кошка меня жив. Так и не нашла. Я просто ударился. А не считается. Именно до смерти. Если ты умер, то все, значит. Что все? Все. Что все? Все. Я ударился. И все равно. Хорошо, я иду тебя убивать. Нет. Мне 60 секунд, чтобы жить. Я не могу бегать, у меня уже голод не убивает. Вот. Правильно. Так я иду за тобой. Нет. Так, кошка, ты-то меня что бьешь? Правильно. Что? Почему? Потому что я тебя ищу. Ну, окей, ищи. Свина, вчера ты меня ищешь. Поехавший, блин, что ли? У меня жесть просто. У меня кошка хочет искать, хочет, пусть ищет. 30 секунд. Делерон, мы все равно тебя увидели, так что все. Я ничего не знаю, меня никто не убил. Ну да, 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 да. Иди, иди. Уходи. А? Черт, не допрыгнул. Уходи. Я победил, 14 секунд. Вы уже поназдыхали 4 раза, я только один раз. Это все из-за голода. Да, я ничего не знаю, голода, будто бы я не голодный. Да. Не считается. Да, короче, я последний умер, значит, не считается, и кто-то из вас ищет. Я тоже. У меня две смерти, ничего не знаю. Я уже искал, ты не искал еще, давай. Ничего не знаю. Идите, у меня две смерти, ничего не знаю. Иди, кошка ищет. Нет. Кошка ищет. У меня мало хп, и Я тоже, я хочу жрать. Хочется жрать, да. Жизнь несправедлива. Кто ищет из вас? Не я, не точно. Нет, давай, все, кошка я ищет. Я уже искала, ну блин, я только что искала. А давайте кину один фейерверк, в кого он втянется. О, опять? Че ты дохнешь постоянно? Я дохну, потому что голод большой. Все, свин, иди ищи. Уходи. Ну ладно, хорошо, я буду искать. Эти свинки, блин. Давай, давай. Смотрят своими этими глазенками. Так, время пошло. Надо выключить мини-карту, пока не поздно. Все, я выключил. Да. Все по-честному. 20 секунд. Возможно, нужно одеть на себя что-то. Сейчас я допрыгаю. Так, это сторона сикеров. Так, оно сикерская. Ну, сикерская куртка у меня желтая какая-то. Боже. Так, у вас осталось 8 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Иду. Все, иду. В следующий раз мы по-любому, скорее всего, на этой карте возьмем и добавим себе возможность жрать. Потому что без жратвы... Нифига себе, я спрыгнул. Я прыгучесть не включил. А помнишь, как я без прыгучести до тебя залазил? Ой-ой-ой. Вот-вот. Давай-давай. Остается рассчитывать на то, что кошка где-то внизу. Ну, со мной тебе не повезет. Я понял. Блин, надо было внизу ставить эту дурацкую фигню. Что-то я не додумался. Ну, что-то печально, Телерон. Что-то пошло не так. Я запущу фейерверк. Я не знаю, что ты будешь делать. Ну, я запущу, хорошо. Мне это не сильно помогло, но ладно, я хотя бы понял направление. Ага, вы аж в этой комнате, аж так далеко, что ли? Ой-ой-ой. Так, ну допустим, вы здесь. Что я буду с вами делать? Вдвоем там, что ли? Ну нет. Как все разобраться? Да. Так, можно выйти в этот домик. Ой, как все плохо. Больше фейерверков. Больше, тут паркур жесткий.
Кто это придумал все? Ты что, тут еще не так просто про паркурить, что все разобраться. Вот. Давайте будем играть без паркура, это будет веселее. У меня так динамиты закончатся. Там их много. Давай еще один. Да я уже тут каждую секунду. А я тебя вижу, Дима. Я уже бегать не могу. Я на А, вот. Ладно, хорошо, мне придется убить себя. Вы меня уговорили. Так, убил. Все, теперь я могу вечно бегать и прыгать до тех пор, пока не смогу. А счетчик-то, видишь, не прощает. Счетчик не прощает. Ладно, я помню, где вы. Быстрее, Делерон. Беги. Бежать. Сейчас я вам отомщу. Я все вспомню. Ой-ой, это было вообще в другой стороне. Вы что, переныкаться успели, что ли? Ну, может быть. Слышь, кошка какая-то, ты что ли там запустила что-то? Ничего не запускала. Или это я был не там? Ты был не там, наверное. А ну-ка еще разочек. 129 секунд, давайте, вы очень далеко друг от друга. Делерон, ты в нужном направлении там был. Где ты был? В той комнате. Я просто перепряталась. Я не знаю, слишком тяжело, сейчас слишком много мест. Сейчас я тебе сделаю фейерверк. Вот. Ничего не слышу. Глухой, что ли? Мы в одной комнате с тобой. Мы с тобой, свин? Я его вижу, в общем, он на этой вверху фиговине. Здравствуйте. Как его только оттуда доставать, я не знаю. Меня никто не видит. А кошка тоже где-то здесь, что ли? Нет. Да она запустила только что. Нет, это я. Допрыгнешь? Уверен? Ну давай, давай. Ай, пол сердца. Столько уже надежды давала. Столько надежды давала? Давай. Как сюда залез вообще? Допрыгнешь? Я тебе пыркнул уже 500 раз. Минус 2. Прошел вам. Идем искать ее. Все, теперь ты сыщик. Быстрее идем искать. Теперь я не говорю, вас двое. Ты тоже не нажал, да? Что? На ту кнопочку. Прыгучесть? Прыгучесть. Я нажал. Скидываю ее вниз, в общем. Ты думаешь, она здесь? Она была с тобой в одной комнате. Все, я ничего не говорю, пошел вас двое. Я не знаю, я ее не знаю. Кошка, 30 секунд, нужно говорить. Я не говорю, пошел вас двое. Нужно говорить, 30 секунд. Я в той комнате, где ты первый раз был без прыжка. Охренеть просто. Вообще очень понятно. Это доступная информация. Особенно мне. Кошка, слезай, там, 10 железки. Секунд. Да 7 секунд уже можно не говорить. Просто вот. Падай и убейся там. Я внизу, вот я где. Ай! Отлично. Лава! Лава? Здравствуйте. А счетчик 5 секунд, я счетчик не прощаю. Блин, где зелье вообще ночного зрения? Мне их так не хватает. Может сделать еще больше ночи? Это как-то вроде бы недостаточно ночь на улице. Я возьму больше зелий. Я думаю, что нужно атмосферно играть, все-таки ночная карта, прятки там, все дела. Окей, тогда меньше зелий. Ищет кошка, потому что... Подожди, ищет свинка, потому что я свинку там нашел все-таки. Ну, да. Не знаю. Давайте так, хотя бы когда остается 100 секунд, мы говорим комнату. А давай. Когда уже остается там 50, мы начинаем там фейерверки или троллировать. Так, я запускаю себе прыгучесть. Так, я прыгучесть нажал. Главное, не убить лицо. Времени мало. Да, я понял уже. 20 секунд. А что так медленно? Быстро. Извини, не слушай ее. Она против нас. Это сговор. Так, 10 секунд. Быстрее, Делерон. Нет. Ой, как нет. Да? Ой, как не надо. Так, допустим, все, я сижу здесь. Все, я пошел. Отлично. Блин, мини-карту не включил. Так, прыгучесть. Отлично. Так, значит, есть время. Включил. Все. Отлично. Так. Мне не нравится то место, куда я успел забраться за эти 30 секунд. Отлично. Вообще не нравится. Так, кошка почему-то не возле пиццы. Она, наверное, не знает, где она еще. Я знаю. Такой беляш сверху там помидорка. Беляш? Беляш сверху помидорка? Пицца, беляш сверху. Доступная информация от мини-котика. Я видела. Свин, ты близко ко мне. Ну, не знаю я. Я знаю. Говорю честную правду. Честную правду? У меня мини-карта. Бывает нечестная правда. Ты между нами находишься, между кошкой и свинкой, чтобы тебе было проще. Ну, Делерон, хватит спойлерить. А то так нечестно. Я даже могу себе позволить вот это. Я тоже. Ой-ой. Фейерверк. Все, ты спалился. А я-то знал. Кто ж знал, что ты пока он будет лететь? Нет.
Этих 30 секунд было слишком мало. Ладно, я тушу мини-карту и иду на помощь. Да, ты видел меня, Делирон. Ну, я просто знаю комнату, но теперь, когда я выключил мини-карту, я не знаю даже, где свинка. Так, надо понять, направо или налево? Так, я вижу свинку. Куда ты шел, когда я тебе говорил, что ты между нами? Не говори, свин. Там. Там? Идем. Тут есть какая-то маленькая комната, типа как кухонька. Так, давай, давай. Здесь этот заяц Бонни и Фокси. Она в этой комнате, я знаю, инфа-соточка. Осталось только найти ее в этом дурацком комоде. Вообще нереально, так, по-моему. Здравствуйте, кошка. Ты нашел? Здравствуйте, я нашел ее. Серьезно? Я смотрю на нее, но тут стекло. Подожди, как это сделать? Поднимайся, я держу ее. Она смотрит на меня и боится. А, вот, я вышел на нее. Да только у меня счетчик не запущен. Кошка сгорела. Потому что у меня не было жизни. Я победил. А как насчет того, что ты не запустил счетчик? Что? Ты счетчик не запустил. Что? А где таймер? Он, наверное, пропал после того, как я победил. Да. Кошка тоже его не видела, да? Давай, ТП-кошка. Не видела. Блин, либо пешком, либо килл. Либо ТП-мини-котик. А, и ТП-делион не работает. Ну, походу. Ну, давайте. Ой, а жрать-то хочется. Подожди. Все, я уже нажала. Да подожди, да что? Как же ж? Так, блин, а я с голодом не могу вообще ничего. Ну прыгать ты можешь. Кошка, не забудь нажать на таймер. Я не свин. Я не свин? Ну ладно. Сама ты не свин. Я знаю, что я не свин. Я кошка. Кошка? Это тоже не самое лучшее место, я уверен. Так, кошка, подожди. Ты вообще никогда не считаешь, сколько осталось времени? Откуда я знаю? Тут не пишет. Нажимаешь на инвентарь, типа Е, и там у тебя все, таймер идет. Все, уже началось, все. Вот это слишком поздняя информация, можно было и раньше об этом сказать. Мы хотя бы ощущали. Я вообще всегда говорю. Я ж включила, вот таймер. Гуляжа, блин, я ж. Мини-кашка, гуляшка. Что? Не-не, ничего, нормально все. Да. Бом, да? Вот Сильв всегда ныкается и молчит. Так же самое, Макита вообще никогда ничего не говорит. Я говорю, я вон тебе там даже накрылся там вообще дома у себя одеялом. Спрятался. Даже на экран не смотрит. Сидит он со своим домашним питомцем. А я знаю почему. Чтобы увеличить маскировку. Да. Если кошка есть в комнате, то плюс 10 к маскировке. Ну скажите, в какой вы вообще комнате? Радующе. Прошло всего лишь 70 майнкрафтовских секунд. Да, чтоб ты, свин, сказал правду, ты шо? Ай-яй-яй, тебя видно, Делирошка. Ты да упал. Ладно. Ты упал только что. Куда упал? Это я была, наверное. А, это кошка? Слава богу, я ждал уже. Кошка, давай. Я не знаю, где вы. Кошка, ты знаешь, что... Ну, скорее всего, в той комнате, в которой ты сейчас находишься, нас нет. Она слишком маленькая, чтобы в ней поместилось два человека. Да? И кто знает. Может быть, нет. Как ты думаешь? Блин, у меня потемнение уже вырубилось. Потемнение вырубилось? Это да, как вообще? Почему так вообще? У тебя ночное зрение с вами закончилось? Да, быстро. Я вообще его с собой не беру даже. У меня одно сердце, надо сдохнуть будет. Так, ну-ка, вот так. Я включил себе глаза. Ты же не слышала этого? Я не слышала, потому что я почти нифига не вижу. Свин, запускай фейерверк, она не в одной комнате с тобой. Да, я запустил. Еще раз. Хватит. Она задумалась. Свин, еще раз. Я же говорил, я и сказал сразу, что я на Бонни. На какой Бонни? Это аниматроник, зайчик. Не знаю никакого зайчика. Я не скажу ей где, потому что это слишком очевидно. Тут есть только какая-то утка плюшевая. Иди на запах еды. Какой еды? Вкусной. Уходи. Медведь тут есть. Кошка, стол уходи. Долбанный. Какие-то так, перья. 100 секунд, пора говорить комната. Я в центральной, свинка в той комнате, там где есть не сейчас... пицца. Я там где огромный коридор без пиццы. Еще в общем, больше. Свинка в этой комнате, ну, я вот в предыдущей. Ну вот долбанный заяц, ты во рту зайца что ли? Ну, не знаю, я во рту... После пиццы заяц, ты это имеешь в виду? Ну, да. Ну, да, и где это все? Фейерверки слышите? Вон, видишь, он тебе фейерверки запускает? Нет.
Чего нет, в другой комнате долбят. А, долбят, видишь. Слышь, ты взял ее и выманил из своей комнаты. Это вообще нечестно. Он в твоей комнате, кошка. Я он знаю, в твоей... Да я знаю, он на зайце. Так, я запускаю больше фейерверков. Подожди, я не могу понять, где ты, Дилерон. Я тебя видел только что вообще рядом. Страшно было? Просто кошка такая раз и пролетела. Серьезно? Так, ну допустим, вот так. А, ты в дырке, что ли? Какой Неужели? Дырке, что ли? В какой дырке? Здесь нет никого. Да, ты вот! Нет здесь никого, она вообще не той палкой меня бьет. Да у меня другой палки нет. Надо было взять другую палку. Блин, я умерла. Я вырубил этой палкой. У меня парочка была. По-моему, кошка ищет снова. Ты кто кого убил? Я ее поломал. Видишь, он уже 6-6-6. До свидания, кошка. Все, не ломай меня. Я думаю, что на этой серии безумия хватит. В следующей серии у нас уже будет лук, у нас уже будет еда. Мы уже знаем эту карту, знаем эти нычки. Очень большое всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забудьте поставить пальчик вверх. Я знаю, что для нас не проблема собрать и 200 тысяч лайков. 200! Мы сможем, давайте. 50. Ладно, в общем, до скорых встреч. Ссылка на каналы Кошка, Свинки будет в описании. Заглядывайте, они даже устраивают стримы. Я ленивое животное, я знаю. В общем, до скорых встреч, всем пока-пока. Пока.